Родился Владимир Сидоренко в Томской области, городе Стрежевом. После окончания школы поступил в Томский политехнический университет, который окончил по специальности геология и разработка. Учился в аспирантуре. Трудовую деятельность начал на предприятии «Томскнефть», оператором подземного ремонта скважин. Затем занимался научной деятельностью в Томском научно-исследовательском и проектном институте нефти и газа. Последние 5 лет работал в «Газпромнефть Хантас» заместителем главного геолога. А с 15 июля назначен на должность главного геолога «Газпромнефть Муравленко». Круг задач главного геолога предприятия довольно обширен. Это поддержание текущей добычи, определение объемов и проведение геолого-технических мероприятий, работа с новыми активами, где в ближайшее время планируется начать добычу. На сегодняшний день мы защитили перед компанией, считаю, что довольно-таки обширную программу геолого-разведочных работ. Это 8 разведочных скважин на существующих месторождениях. Мы активно работаем на лицензионных участках, на которых пока добыча не идет. То есть на следующий год это Волонтойский участок, где мы планируем зимой испытать скважины, чтобы в следующий 15-16 год уже активно начать бурение. С новым коллективом Владимир Сидоренко уже нашел общий язык. Многих сотрудников «Газпромнефть Муравленко» знает еще по работе в Хантасе. С большинством коллектива мы внутри нашего геологического общества компании уже были знакомы. Коллектив хороший, сплоченный, это важно, то есть задач много стоит, они в принципе раньше их исполняли, сейчас, надеюсь, с моей помощью будем более интенсивнее, более, может быть, качественнее достигать запланированное. Эрнест Бавшин, Вадим Братчик, новости нашего города.